Видно, дизайнеры поработали на славу. Обратите внимание просто на безопасность. Камера смотрит в сторону счетчика, чтобы не смотали. Чтобы человек сотню раз подумал. Электрики. Опа, сенсорная. Опа. Раз котел, два котел и три котел. Пройдите, включите свет. Включить свет. Здесь немного щель образовалась. Вы, наверное, подумаете, эй, мастера, колхозники. Но нет, друзья, мастера, не колхозники. Но электрик немножечко что-то здесь перебрал, по-моему, чуть-чуть. Под шофе был, это нормально. Он электрик. В кухню. Обратим внимание, 4 конфорки. Не факт, что все работают. Не работают, ну там исправить можно. Смотри, брат, подожди, капот подними. Вот, газ есть. Ну электрик просто гуру, друзья. Умница просто. Бля, как он это сделал, брат? Табаракалла, молодец. Здесь что у нас? Перенесемся в спальню. Нормально же распахнуем, замажем. Но все-таки электрик молодец, друзья. Обратите внимание, розетка на потолке, я такого не видел. Что он хотел этим? Какая-то мысль была у этого электрика. Я думаю, он что-то хотел передать все-таки. Типа, друзья, как бы высоко вы ни взбирались, помните, что пол по-любому есть.